Всем привет, ребят, с вами Gabzor.com, и сегодня мы рассмотрим с вами недорогую беспроводную игровую мышку Trust GXT140 Manx с перезаряжаемым аккумулятором и оптическим сенсором с чувствительностью 3000 DPI. Ее средняя стоимость составляет 2550 рублей. Комплект включает адаптер подключения, кабель USB, наклейку с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон. Выполнен Trust Manx в асимметричном корпусе. Основным материалом выступает черный пластик. Форма эргономичная, слева углубление под большой палец с площадкой. Здесь идет матовое покрытие с хорошим сцеплением и не подвержено загрязнению следами пальцев. Расположены три дополнительные клавиши. Помимо вперед и назад есть кнопка, повторяющая действие левой кнопки. Основные клавиши с высоким ресурсом службы. Правая кнопка длиннее, ход средний. Нажимаются снятым тактильным откликом. Колесико прокрутки с резиновым протектором. Прокрутка внятная. Позади нее кнопки переключения уровня чувствительности. В этой мышке есть подсвеченный логотип производителя на спинке. Цвет меняется в зависимости от выставленного уровня чувствительности. Всего 6 цветов. Яркость не очень высокая. Сама подсветка активируется отдельно, ее можно будет выключить, продлив время автономной работы. По центру фронтальной стороны микро-USB. Он используется для восстановления заряда аккумулятора, а также проводного подключения к компьютеру. На основании есть 4 тефлоновые ножки, по центру окошко сенсора и наклейка с техническими данными. Есть пенал под адаптер подключения. Trust Manx оснащена оптическим сенсором с максимальной чувствительностью 3000 DPI. В память записаны следующие отметки: 600, 1000, 1500, 2000, 2400 и 3000. Между ними идет переключение с помощью клавиш. Программное обеспечение манипулятор не поддерживает, работает сразу после подключения. Мышка корректно функционирует на твердых и мягких покрытиях. На отметках выше 1500 есть заметное сглаживание и акселерация. Подойдет для игр и работы, дрожание курсора замечено не было. В руке лежит удобно, поддерживает несколько типов хвата. Скольжение контролируемо, вес сбалансирован. Как итог, Trust Manx станет хорошим выбором при поиске беспроводной мышки без серьезных трат на покупку. Настраиваем чувствительность, многоцветная подсветка, длительное время автономной работы, эргономичная форма. С удовольствием обсудим с вами Trust Manx. Всем спасибо за внимание и пока-пока.